Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Немножечко переписки. О переписке. Немножечко о моих видосиках. Я стараюсь исчерпывающе дать рекомендации по тому или иному вопросу. Поэтому читайте внимательно, обдумывайте. И плюс это не значит, что вот у вас там одна там какая-то проблемка, вы тут с ней обратились, которая является следствием чего-то другого, большего. Необходимо, я уже неоднократно говорил, понимать, откуда растут ноги той или иной проблемы, и начинать оттуда, а не то, что вот она проблема, сейчас мы ее замажем и все, не разбираясь ни в причинах, ни в следствиях и так далее. Вот вчера мне пишет Сергей: здравствуйте, дайте, пожалуйста, совет, чем и как лечиться. Ага. Прошел 2 химиотерапии и 35 лучей. Впоследствии проблемы с кишечником, запоры, трещина анального канала, потом еще придачу свищ. Вот теперь мучаюсь, предлагаю делать операцию, помогите, пожалуйста. Насколько я дальше понял, Сергей прочитал, как я сам со свищом боролся, какая у меня была проблема. Ну, пожалуйста, и применяйте. Если это касается именно свища в придачу. А тут смотрите, что оказывается. 2 химиотерапии, 35 лучей. Далее, проблемы с кишечником и трещина. То есть, это уже все. Это уже все следствие вот того. Лучей, химиотерапии и так далее. И запоров, и прочего. То есть, если не решить проблему там с запорами, и это, все опять там начнет трещать и так далее. То есть, я не знаю, вот если, что касается свища, это одно. Упаренная урина, турундочки и все. Это конкретно. Но так как все это, знаете, там уже внутри, настолько это... Что и как дальше получится, не ясно. Вот поэтому я ответил. А что тут давать? Вас же лечат, лечат специалисты, этим все сказано. Значит, задавайте вопросы им, раз они взялись вас лечить, вы им доверились. Следующее письмо. Сейчас смотрю ваши видео исповедь бывшего геморройщика. У меня такие мысли были плохие. Трещина так болела, что чуть не сдох. Никто ничем не мог мне помочь. Целая тумбочка была всяких свечей и мазей. А результат ноль. Потом взял прополисные. Чуть попустило. Сейчас свист появился чуть-чуть гной. А врачи только толкают на операцию. Вот я хочу узнать ваше мнение. Как спеца, помогите, не игнорируйте. Что посоветуете? Там же все я рассказал. Вот если бы я, знаете, что-то утаивал, и для того, чтобы вы ко мне обращались, то есть я что-то там сказал, а вот, и дальше все, и на этом замолчал. Я же вам стараюсь все рассказать, все показать, всю картину выложить. 3300 видосов сделано, обучающие, практические и прочее, прочее, прочее. Вникайте, вникайте. Вот у вас проблема создалась. Так, хочу узнать ваше мнение. А ваше мнение я уже сказал. Я дальше говорю, попробуйте, все рассказано. От свища, если это свища, работает хорошо. От свища, именно свища работает хорошо. Если только он один. А так в сочетании с описанными вами болезнями, то есть от того, что это все было сделано после... Возникла химиотерапия, облучение и так далее. Это совсем, как говорится, иная картина, другой подход и так далее. Вот. Вы тоже меня правильно поймите. Меня при прохождении химиотерапии так не болело, как при трещине. Естественно, трещина заднего прохода, она, знаете, даст хорошенько. Значит, похудел со 109 до 87. Но меня очень сушит от той химии. Так вот, как раз все пересохло и начало лопаться. Видите? Причины, следствия и так далее. Очень много пью воды. А о чем вы думаете, водой вы это самое
как бы сказать, если организм воду не держит, вот эта вся эта химия высушила, вы думаете, что водой вы накачались, это, да она просто-напросто вымоет нужные соли, еще добавит, соответственно, проблемы. Так, вот из-за этого у меня и запоры были, из-за сушняка так еще и не прошло. А вот я рассказывал, что от сушняка делать, от того, что где там слизистая толстая кишечника, делать свечи из сливочного масла. Я неоднократно это говорил. И далее идет такая вот ерунда. Сколько недель нужно принимать мочу упаренную? Прикладывать мочу упаренную. А это все от того, вы начали делать, будем говорить, сам процесс начинает показывать. Сначала хорошенько выжгет после примерно 2-3 дней, то есть все это будет выжигать. То есть вы прикладываете трубочку с упаренной до 1/4 мочи, она у вас там выжигает, терпите, все это вытягивает. Далее повторяете раза 2-3 в течение дня эти турундочки делаете. И далее вы смотрите, идет ли улучшение. У одного улучшение через день, у другого через 2, у третьего через 3. Как? Сколько недель? А можно ли параллельно делать клизмы из мочи? Чи-чи-чи-ри-чи-чи. Всегда задавайте себе вопрос. Вот вы что-то собрались сделать. А для чего вы это будете делать? Что вы этим хотите решить? Поэтому тут так вот лишь, а можно ли делать? Да можно все что угодно делать, но поможет или нет. Очень благодарен вам за совет, смотрю часто ваше видео, да уринолечение только сейчас дорос. Да не дорос, а когда прижмет, и впереди маячит операция, пол задницы вам отрежут, и в итоге ничего не будет, как вы гнили, так и будете гнить. Вот тогда вы все что угодно будете делать. Так, я... Дальше добавил. Я все рассказал. Лично мне помогло. Помогло другим людям, у которых это была трещина. Трещина, да? Попробуйте, что и как поймете по ходу дела. Итак, если смотрите, трещина, и вы делаете, это заживает. Если у вас сушняк уже в организме, значит, надо сделать слизистые, эластичными. Для этого вставляется и будет после турундочек вот это и масло, и так далее, для того, чтобы все это нормализовать и в частности, и в целом, и локально. Вот тогда будет эффект. А так, ну, на этом мы закончим.